чем дальше, тем он становится вот этот красивый человек. Мама у него испанка была, которая его пережила, кстати говоря. Он становится все более актуальный для Европы, а возможно, даже и для нас тоже. Потому что какое-то время уже, наверное, с тех пор, как Ницше сказал о том, что Бог умер, но умер Бог, наверное, не просто умер Бог, а умер Бог восприятия Европы. Европа все больше и больше живет по инерции. В этой связи Камю становится центральной фигурой, потому что когда метафизика отсутствует, то на место метафизики возникает тема случайности жизни и ее абсурда.